Значит, все в очень большом радиусе. Это очень полезно. Единственное, что от вас потребуется, это обеспечить танку соответствующее прикрытие. Так что проводить исследования очень необходимо. Кроме того, делать это нужно хотя бы потому, что враг обычно этого сделать не успевает, и у ваших боевых единиц всегда будет серьезное преимущество в бою. Вообще, у Blizzard получилась отличная космическая стратегия, в лучших традициях жанра. Правда, некоторые начали ворчать, что, дескать, игра очень похожа на Warcraft, и вся разница в ней только в том, что действие перенесено в космос и добавлена только одна раса. И здесь я могу сказать только одно – лучше враг хорошего. Всем нам известны случаи, когда попытки сделать нечто оригинальное в уже известном жанре приводили к довольно плачевному результату. На мой взгляд, StarCraft вобрала в себя все самое лучшее от стратегических игр в реальном времени. И при помощи мастеров фирмы Blizzard на свет появилась отличная игрушка, и не страшно, что пришлось ждать ее целый год. Теперь все геймеры видят, что они ждали не зря.